Что касается ситуации, которая сейчас это сложилась по адресу Нежинская, 40, мы, скажем так, мониторили состояние этого дома, там стояли маяки, когда маяки разорвало, мы сообщили об этом жителям этого дома, мы попросили их отселиться, мы давали им возможность, это куда можно отселиться, они все написали заявление отказ об отселении, несмотря на то, что мы уже видели, что что стена в доме дала очень серьезную трещину. Как и ожидалось, буквально через 10 дней под воздействием тех осадков, тех погодных это условий, которые сейчас были в городе, эта стена рухнула. Мы выезжали сегодня на место, общались как с жителями, так и со специалистами, что делать дальше с этим домом. Дом спасти можно. В первую очередь мы восстановим эту стену саму, то есть это, скажем так, контрафорсные работы. Стена будет усиленная, которая в дальнейшем, скажем так, станет это подпорной стеной и не даст дому дальше, так сказать, ползти. Вот. Также будут выполнены работы по водоотводу, будут расчищены это ливневые это канализации, чтобы был нормальный водоотвод и фундамент не намокал. И будут выполнены восстановительные работы по перекрытию, по крышам и по дымоходам. Работы начнутся уже с завтрашнего дня. В указанном доме в настоящий момент живет две семьи. Обе семьи отказались от переезда, как и 10 дней назад, когда мы им говорили о том, что стена в аварийном состоянии, так и сегодня, это после того, как эта стена обвалилась. Получили от них письменный отказ. Альтернативу, куда отселиться, мы им давали на время выполнения этих аварийных работ.